Служить в российской армии не только почетно, но и выгодно. Военные получают хорошую зарплату и обеспечиваются постоянным жильем. С 2011 года очередь на жилье сократилась почти в 2,5 раза, и в Нижегородской области квартиры получили свыше 2,5 тысяч семей военнослужащих. Сейчас в очереди на жилье в регионе стоит всего 367 человек. На 2015 год по обеспечению постоянным жильем он у нас по сравнению с планом на 2014 год увеличен практически в 3 раза. Если в 2014 году мы обеспечили постоянным жильем 130 семей, то в 2015 для нас поставлена задача по реализации жилищных прав в отношении 400 семей военнослужащих. Чтобы скорее разрешить вопрос очередности, военнослужащим предложили жилищные субсидии для приобретения или строительства квартир. Эта норма заработала с августа прошлого года. Сейчас средний размер субсидий составляет около 5,5 миллионов рублей. Но это не предел, поскольку ее коэффициент зависит от выслуги, от состава семьи и других факторов. Самый большой размер жилищной субсидии, выплата которого произошла в Нижегородской области, составляет 9,5 миллиона. Данная выплата была произведена на состав семьи, 5 человек, с учетом прав на доплощадь, минимум одной из войсковых частей. В прошлом году такой выплатой воспользовались 58 военнослужащих. На эти цели было выделено 650 миллионов рублей. В этом году заявились уже 98 человек, из них 38 получили деньги. Вопрос решается очень быстро, ведь согласно документам, от момента заявки до поступления денег на счет должно пройти не больше месяца. В этом году лимит на приобретение или строительство жилья по программе субсидирования составляет 30 миллиардов рублей. Так что средств должно хватить на всех желающих.